Активную гражданскую позицию проявляют и аксакалы Ботлихского района. Одним из первых проголосовал сегодня 83-летний Магомед Якуб Гайрбеков. Он уверен, участие в голосовании – это возможность внести свою лепту в формирование общего будущего. Всего в муниципалитете работали 44 избирательных участка, около 300 членов избирательных комиссий и порядка 90 общественных наблюдателей организовывают легитимность выборного процесса. А за общественную безопасность на местах следят сотрудники МВД России по Ботлихскому району.